так, первоначально мы у того входа были. Сейчас вот второй вход, видите, нашли, он немножко по-другому сделан. Отсюда будем заходить. Потому что я тут вдоль заборчика прошел. Вроде как бы никого нету. Вот, фонарик взял. И вот теперь наша задача аккуратно спуститься, чтобы нас не пригрохнуло. Хоть бы он не был затоплен. Так, где наш фонарь? Кнопку найти не могу. О, есть такое дело. Так, длинный коридор. Ну поняли, сразу по двери понятно, что это бомбоубежище от ядерной войны. Вот вторая дверь. Ага. Видите, здесь досочки лежат. Соответственно, нам просто повезло, что его не затопило. Так. Слушайте. Здесь довольно-таки тепло, в отличие от того, что на улице творится. О, ничего себе, какой там длинный коридор. Так, вот здесь комната куда-то идет. Скорее всего, это может быть туалет, что ли. Вот здесь вообще тепло. Вот здесь еще двери, бля, живые. Обалдеть можно. Здесь, кстати, можно еще жить. Если здесь вообще дверь поставить, здесь тепло будет. Так, ну, соответственно, там вода. А, ну, это, видимо, мужская, женская. Ну, часть для туалета. Ага. Спускаемся опять ниже. Здесь наверху, скорее всего, хранилище для воды было. Ну правильно, где его еще хранить? Так-то помещение огромное. А, я тут пришел. Так. Ну, блин, теперь не заблудиться. И вот, кстати, клапан, который воздух пускал. Еще какие-то помещения. Это вот тоже большие клапана, видимо, чтобы воздух пускать. Это что-то техническое. Здесь как раз генератор стоял, видите, да? Угу. Ну его нахрен весь разобрали. Здесь, скорее всего, топливо было. Вот здесь вот дизельное. Не исключено. И тут тоже какие-то клапана, но это, скорее всего, туда уже на вентиляцию выходило. А так вот, такой вот двигатель. Соответственно, самого генератора здесь нету. Все разбили. Вообще просто все разбили в хлам. Все, естественно, заклинено. Ничего не работает. Угу. Вон даже кожух разломали. Сцепление, где стартер стоял. Вот трубу вырезали. Выхлопную. А она куда-то, наверное, шла. Выхлопная труба. А, вон туда. И так работало.
Так, тут что? Понятно. Вентиляция была. Угу. Еще одна какая-то дверь. А, первоначально мы здесь вот как раз хотели зайти. Это второй вход. Это второй вход. А вот здесь, наверное, фильтра стоят. Ну да, система очистки. Вот они, фильтра. Очищают воздух. И он потом подается туда внутрь. Вот еще один лаз куда-то. Скорее всего, там вентиляция такая специальная. Надстройка стоит. Так, это выход. Сюда мы заходили. Ой, ну да, заходили. Все верно. Тут не знаю, что это такое. Ну, скорее всего. Вода должна уходить куда-то. Вот в этом помещении, по-моему, мы еще не были. А, оно тупиковое. Это тоже тупиковое. Не знаю, что это такое. Тоже тупиковое помещение. Огнетушитель разобрали. Тоже тупиковое. Это еще одна дверь, по-моему, да? Судя по всему, да. Вот, точно такая же дверь. Ну да. И вон еще одна дверь. Блин, странно. Конечно, здесь все сгнило. Вот куда, как вода сюда попадает. Она вот так вот течет, течет, течет. А это что сюда, технику что ли загонять или что? Так, все, мы с вами прошли весь. Осталось только понять, куда мы вышли. Так, ну все, с бомбоубежищем закончили. Теперь продолжим дальше.